Ой-ой-ой. Ой-ой, блин! Ничего себе, так это вот что за монстр! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Garten of Banban 6. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень важно, уведомления плюс расписание на каждый день. Ну что же, сегодня в этой серии мы дойдем до финала, это по-любому. Вот, ребят, как вам эта глава? В принципе, начало неплохое, экшен. Вот тут мы монстра встретили, это капец какой-то. Кстати, можем и сейчас, по идее, встретить, если я просто в темноту пойду. Ну-ка, давай поглядим. Вообще, а куда нам нужно идти, кстати? Туда не надо, сразу музыка, смотри как. Тут прям такая атмосфера крутая, прикольная. И все, музыка пропала. А, вот. Так, туда мы ходили. Ну-ка, что у нас там по стрелочкам, кстати? Ну, я не знаю, туда нам, по идее, не нужно. Также мы вначале, на самом деле, кое-какую дверьку пропустили, ребят. Но это я говорю, это отдельный там ролик будет. Так, я чисто хочу просто посмотреть. Идите в безопасное место. О, у нас такое вот уведомление. А, вот так вот! Блин! Погоди, а кто на нас напал? Я что-то не увидел даже, если честно. Это... паучиха вот эта, что ли? Опа! Все, ребят, почти пришли, слава богу! А почему сразу нельзя было это подсветить? Я не понимаю. Так же намного было бы проще. Давай, дружище. Ну все, тут уже, по идее, свет. Тут можно нормально работать. Дружище, привет! Что, ты не хочешь? Какого фига? Но он типа ремонтирует. Он типа ремонтирует, ребят. Все, найс. Все, ключ-карту нашли, отлично. Можно сюда и пойти. О, вот они! А как ты... А, это... Ну же, чувак, мы должны снова быть вместе! Ничего подобного, твои шутки бред! У тебя будет одна нога, все будут думать, что ты розыгрыш, когда ты будешь прыгать как кролик. Мы должны снова собраться вместе, чтобы предотвратить это. Отличная мысль, дай мне подумать об этом. Никогда! Куда он его запульнул? Я что-то пропустил этот момент. Я офигел. Я думал, это, короче, Банбалина. Я реально так думал, потому что я далековато так вот смотрел. И думал, ох, нифига, какого фига. И Джестер тут, и... Поняю, понимаю, понимайтинг. Так, ладно. Ну, давай смотреть, куда первым делом пойдем. Ага. Так, окей, все, я понял. Ребята. Ну-ка. Есть. Все, найс. До этой кнопки что-то, по-моему, далековато. Вот это-то точно горит. Давай-ка ее. Так, дружище. Сюда, потом сюды. Давай. Так, все, ребята, я разобрался. Короче, к этой кнопке не надо. Нужно вот это. Вот видишь, она красненьким-то горит. Так, и там еще вон ключ-карта или что? А, кассета. Ладно, хорошо, послушаем ее чуть попозже и сюда. Давай. Найс. Все, отлично, открыли, ребят. Давайте поглядим, ничего тут нет, точно? Вообще, два секрета, это, наверное, жирно было бы, да? Такс. О, привет. Я найду ее, идеальную шутку. Я мог бы потерять ногу, но в конце концов, мне нужно убедиться, что я не потеряю еще одну. Я должен помнить, больше никаких шуток о том, что заперт в сумке кенгуру. Ладно, ребят, как бы оставим его. Так, ну, в темноту ходить нам точно не надо, ребят. Хотя... Чего, блин? Привет, Банбан. Рад знать, что вы пережили безумие, происходящее снаружи. Я и раньше видел случаи, когда удавалось избежать.
Но вы не слишком разговорчивы, поэтому я предположу, что вы здесь по важной причине. Иначе ты не стал бы рисковать своей жизнью, чтобы оказаться здесь, что бы там ни было. Так, братан, ну это, конечно, хорошо. Это найс. Давай подумаем. Во-первых, туда нельзя, да? Короче, нам нужно как-то нажать эту кнопку. Честно скажу, это что-то жесткое. Так, ну давай попробуем. Хотя бы до этого расстояния. Теперь мы попробуем, ребята, вернуться в начало. Так. И там вот эта отметочка, мне кажется, она неспроста. Блин, ну это клевые головоломки. Подумать надо. И просто-напросто вот так. Ура, ура, все, изи. И все. Бан-бан, готов? Все, let's go. Наконец-то. Ой, не, только не говори, что темнота. Брат, включи свет, пожалуйста. У тебя там есть переключатель, я чувствую. Нифига не вижу. А, там наверху. Я не знаю, точно ли нам надо здесь прям светить? Не, наверное, не надо. Ничего себе, блин, что за лестница такая? Куда мы там поднимаемся, ё-моё? Это тоже надо открыть. О, что? Блин, опять? Да блин, ну она просто кажется, блин, со стороны так, как будто это она, но это... Что это за... Посмотри на это место. Это твои статуи, брат? Это кажется очень знакомым, но не уверен, где я мог видеть что-то подобное. Интересно. Так, записочка, мы ее чуть попозже, если что, прочитаем. Вот. Анимайтинг. Короче, тут надо что-то сделать, да? И вот типа надо вон до туда привести. Ёшкин кошкин матрёшкин. Вот оно как. Так, ладно. Ничего себе. Головоломочки, да, пошли такие прикольные? Не, ну в этой части они прям постарались, правда. Так. И нам нужно вот эту... Блин. Определенным углом еще. Так, ладненько, ладненько. Не, ну это, конечно, замечательно, но как нам их... А, ну вот же, брат. Можно даже и сюда, но... Все, let's go, ребята. Поехали, помчались. Все, отлично. Пам-пам-пам. Только не говорите вторую, да, теперь? Или что? Нет, я... Да по сколько раз-то буду? Приведи его... Обратно все. Ну давай, братан, теперь обратно. Погнали. Такс. Так. Вот туда. Так. По
потом следующая будет. И еще одна, офигеть! Так, ладненько, ладненько. Резко, дерзко делаем. Так, хорошо. Следующая какая загорится? Понимайтинг. Такс. Что тут можно сделать, ребят? Тут можно пока вот так сделать. Да, вот так вот. Потом вот так. 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 Так, погнали, погнали, братик. Будем вот так вот ходить. Офигеть. Так не говорите, что еще назад надо будет его тоже. Как бы, знаешь, легкая головоломка, просто единственное время тратит она капец сколько. Так, ладно, давай дальше. Да, я понимаю, ребята. Так, тут можно прям самый конец, если что, поставить. Так, тебя, дружище, вот так вот. Тоже полегче будет. Вперед, вперед. Так, с этим разобрались. Отлично, отлично, отлично. Пам-пам. Теперь тут... Ой, слава богу, всего две. Я думал, там и там еще надо будет. Отлично, все, ключ-карта есть. Ну что, ты готов? Погнали. Господи! Что это тут делает? Нифига себе. Почти открыто. Нет, нет, нет. Брат! Что значит почти открыто? Эй, hey, тот парень твой друг? Можешь сказать ему, чтобы он слез? Мы же не собираемся съесть его поджелудочную железу. Теперь можешь спускаться, мы дружелюбны. Так, я, пожалуй, закроюсь, да? Офигеть. Дружище. Значит, ты мой спаситель. Ты получил мое предупреждение? У тебя был шанс спастись от моего хаоса. Хорошее дыхание, братик. Оставь их в покое. Спасибо. Там кому-то больновато. Давай, открывай уже. Фига она там заела. Все, ключ карты есть. Ура! Ура, ребята! Не, ну головоломки, конечно. Бан-бан, что, посидишь пока? Ладно. Я понял тебя. Бедный джестер, братик, спасибо, что помог. Все, теперь уходим. Капец. Капец просто. Тут прикольно то, что можно прыгать. Уи-и-и. Офигеть, вот это лестница, а. И смотри. Так, и теперь, наконец-то, мы попадаем вот в эту комнатку, ребята. Ура! Ура! Блин, еще хуже. Так, ну теперь вниз. Потом вверх. Там кто-то стоит! Или нет? Нет, там дверь опять же. Hold
Стой, лучше останемся вместе. Братишка, молодец, ты быстро как дошел. У меня болит голова. Ты куда, сэр Дададу, отправился? Подождите, я знаю это место. Выключать должен быть в офисе. Повыше, но попасть туда будет нелегко. Офигеть. Нам придется активировать 4 замка двери. Я могу починить их, если есть электричество. Я помню, как шериф подстроил выключатель питания так, чтобы он оповещал весь объект о нашем местонахождении, если его активировали. Это вызовет тревогу, которая наверняка привлечет незваных гостей. Светильник надо заряжать, но я так понимаю, вот это вот. Если вы прикроете меня сверху, пока я буду чинить эти переключатели, мы сможем попасть в этот офис. Готов, когда и ты. Все, братик, сделаем сейчас. Не паникуйте, этого следовало ожидать. Обычное дело. Следите за 12 фонарями вокруг меня. Если они станут красными, направьте на них один из фонарных столбов. Вы сможете управлять ими. Если без вашего вмешательства они станут красными, нам конец. Светильник на потолке нужно заряжать. Смотрите на потолок. Светильник нужно заряжать после каждого использования. Они идут! Ладно, где они идут? Прикройте сверху. Так, ну пока прикрывать-то... Ага, все, понял. Ой-ой-ой, тварь! Один минус. Так, один это, конечно, хорошо, братик. Все понял. Эта тварь, по-моему, и спавнит их, получается, да? Интересно, как мне это... Как мне справиться здесь? Быстрей. Вроде ничего. Быстрей, ребята! Так, вот тварь. Быстрей заряжаем. Бри. Готово! Слава богу! Слава богу, друзья, есть же! Отлично! Блин, вот это мини-игра. Так, это все окей, ребят, чуть попозже прочитаем. Если вы хотите, на паузу можете поставить, как бы это. Вот еще, кстати. Офигеть! Сколько записок в одном месте. Так, дружище, ну что, славно поработали. Можно и уходить. Так, и получается, что нам нужно синюю ключ-карту, помнишь? Там место будет такое. Так, ну, слава богу, наверное, фонари можно будет включить. Уже не париться с дроном. Так, сейчас поглядим, ребят. Слушайте, ну, на этот раз очень круто они сделали. Такс. Рямсик, уходим. Все, да, у нас последняя зона остается. А чё, нет? Брат, ты включишь, что ли?
Не, он не хочет включать. А, во, они автоматически включаются. У меня по факту, если честно, туда надо идти. Ну пофиг, ладно. Давай хотя бы безопасно пройдем. Подожди, нам надо поговорить. Да я тут. We've been making great progress so far, and it's really getting my spirits up. Добились больших успехов. Он говорит. Я в настроении рассказать анекдот. Хочешь? Где ты? Как ты называешь жабу, которая расстроена? Непоседа! Это что, кенгурятки? Они тут? Брат, пойдем, пожалуйста! Вы это слышали? Они смеялись! Последний раз, когда я рассказывал анекдот, я слышал только крики! Слава богу, ты пошел! Зачем мы туда остановились? Типа, чтоб анекдот ты рассказал? Ты мог там, в безопасном месте рассказать, брат! Ой-ой-ой, мне вообще... Звуки вообще не нравятся, ребят. Так, ну чё там, ребята, последняя кнопочка осталась, финал. О, друзьяшки наши, смотри. Наб-наб. Здорово, ты тоже мой друг теперь? Какого фига? Нам туда. А вон они стоят-то, ребят. Вот они, дружище. Нам нужен еще один переключатель, или мы сможем захватить скипетр. Можно сказать, что наш день не будет таким ужасным надолго. Да, молодец, молодец. Что-нибудь случилось, пока нас не было? Ничего, странно. Я согласен, сэр. Да-да-ду, задумал что-то плохое. Наб-наб появился, хотя я не уверен, что кто-то будет рад услышать это. Он попытался совершить несколько своих шалостей, и я посадил его в клетку. Наб-наб. А еще твой большой кошачий друг просто вошел сюда, как будто знал это место, и я не осмелился подойти к нему. Правда, мне нужно с ним встретиться, одна из моих... Кто ценит мой юмор? Стингер Флинн хотел поговорить. Странно. Снова оказаться на одной стороне после всего, что произошло. Вообще! Чё, братан? Вон там грустит. Бежит, бежит. А, я понял. Ну, я думал, хоть диалог с вами будет. Можно тебя открыть? Дружище, я чё-то даже не понял. Так, брат, ну-ка давай поговори. Я хочу, чтобы вы знали, что все это происходит из-за вас. И не стоит думать иначе. Если бы вы не вмешались в мой план или план королевы, вы бы были уже дома в своей теплой постельке. И я освободился бы от оков, и все, кого ты обидел, не пострадали бы. И спросите себя, если бы я не был подключен к трубам, которые высасывали из меня гиваниум и уменьшали мой размер, смог бы мой изначальный размер помочь нам в нашем трудном положении? Из-за твоих глупых решений у нас теперь гораздо меньше шансов вернуться к детям. Несмотря на это, я хочу показать вам еще одну вещь. О, сейчас... Блин, кстати, прикольную вещь он тогда нам показывал. Похоже, тебе это нужно. Вы помните, там еще... Чуть-чуть Чарльз был, паровозик, блин, боже, чё за... Офигеть, коллаборация. Ой, ща-ща-ща-ща, у меня тут чуть не свалилось. Доброе утро, Соня. Надо было продолжать спать. Чувак, я так устал. Хватит ныть, ты не один такой. Может, поспать немного, как опила? Немного, она спит уже несколько дней. Автобус здесь. Это что за автобус, офигеть? Не обращай внимания, это не тот. Боже, зачем мы вообще все это делаем? Я больше не хочу ходить на пляж, я просто хочу вернуться. Мы не можем. Надо добраться до пляжа.
Скажу честно, я не знал, что добраться до места назначения будет так сложно. Если бы не ваши действия, приводящие в ярость, мы бы не оказались в таком сложном. Ты уже повторяешься, да, он постоянно, видишь, говорит, если бы не вы. Правда, Стингер, мои действия или... Я думаю, Пила умеет водить машину лучше тебя, а у нее даже рук нет. Ты уверен, что хочешь сделать это снова? Что опять? Только без агрессии. Вообще-то, я думаю, сейчас самое время отправиться домой. У тебя есть идеи, как отсюда выбраться? Как отсюда вернуться? Ну нет, но мы с капитаном точно могли бы выяснить. Верно, капитан? Молчит, вообще пофигу ему. Капитан? Ооо, еще один автобус. Никто не хочет разговаривать с существом, которое менее полезно, чем стул, на котором оно сидит. Что, опять не наш? Родные, опа! Он пошел походочкой. Вернись, это не тот автобус. Капитана похитили! Что нам делать? Я думаю. Наб-наб! Мы только что потеряли двоих. Этого не должно было случиться. Мы должны следовать за ними. Стойте, это тот... Что вообще здесь происходит, блин? Уф. Аж мурашки, ребят. Чё, блин, за фигня? Так, ну вот он нам показал. Спасибо. Стингер Флинн, спасибо тебе огромное. Так, ну что же. Отлично, мы поговорили, прикольно. Поговори с Биттер Гиглу. Давай, дружище. А, все понял. Нужно активировать последний выключатель. Я нашел две какие-то ключ-карты, Бан-Бан. Я имею в виду... Усмунь взял одну и оставил одну для тебя. Он увидел, что ты дремлешь, и решил отправиться туда один. Ты сможешь его догнать? Он шутит, когда я называю его Бан-Бан. Знаешь почему? Почему же? Ладно, погнали. Так, ну вот, в принципе, да, это последняя карта. Я помню, мы вот первый раз-то как раз туда и ходили. Но там закрыто было. Вот теперь все нормально будет. Так. А где наш... Блин, надо побыстрее, побыстрее, дружище. Там просто не будут фонари-то гореть. Чувачок, за мной быстрее. Ой, блин. Так, найс, все, мы до места доперли. Теперь чё по фонарям? Они тут гореть, походу, не будут. Так, все, отлично. Здесь нам, в принципе, никто не это, не помеха. О, спасибочки. Странная фигня. Мы, видишь, еще можем активировать. А, ну то есть направо и налево, да. Все, найс. Так, теперь открываем вот эту дверь. Оу! Боже, а тут-то что будет сейчас происходить? Так, ну я, в принципе, вижу, да, что надо будет... Туда-сюда ходить, кнопочки нажимать. Так, тут закрыто. А как вообще мне это сделать? Вопрос. Ну, типа... Ну, я навряд ли допрыгнул. Хотя нет, допрыгнул. Вот, кстати, первая кнопочка. Что, открылось? А, смотри! Не-не-не-не. Я уж обрадовался. Такс, трямс. Сюда. Только не запутайся. Так, понимайтинг. Есть, отлично. Найс. Найс.
Так, тут пока не горит. Я не знаю, вот как туда нам нужно будет. Первая кнопулька есть. Так. Следующая кнопка. Ну, слава богу, они, знаешь, они вот, вот тут сделали. Ну, почти. Ладно, сейчас. Давай, пока обойдем это все. Ну, придется обойти. Что делать? Так, зато, смотри, мы карту нашли. Отлично. Интересное такое место. Слушай, ну тут головоломок стало в разы больше. Прям вообще. И, в принципе, голова такая. Долгая. Это хорошо. Нифига, двери, это для кого? Вась. Так, есть. Отлично, найс. Теперь, я так понимаю, вон там загорелось. Видишь, надо сюда, туда бродить. Блин, там по-другому. Погоди, а я могу? Нет. По идее, если попробовать. Так, какая загорелась? Вот какая. Отлично. Такс, прямсик. Дружище, немножко не туды. Так, повыше. И теперь сюда. Идеально, идеально. Все, последнее загорелось. Let's go. Делаем, ребятки. Сразу дрона сюда. Направляем. Наконец-то у нас откроется. Только, блин, видишь, надо туда-сюда бегать. То есть, по факту, все время такое уходит прям вот на это. Так, еще, ребята, одна. Лично записочка. Если хотите на паузу, ставьте, прочитайте. Но мы потом это все, если что, я буду переводить. Вот. Только чуть... Позже там чисто ролик сделаем. Так. Ну, плюс еще мы по-любому секрет там какой-нибудь пропукали. О! Найс! Отлично. Так, что же у нас здесь? Просто зачем такие большие двери? Для чего? Для кого? Кто живет в маленькой вот этой вот коморке? Да ну нафиг, сейчас этот чел будет. Слушай, вот это круто. Хирург. Hello, привет, великан. Стоять, отец сказал нам не разговаривать с незнакомцами. Мы маленькие. Но нам нужна помощь. Вы не видели нашего отца? У вас нет леденцов. У него больше рук, чем у тебя. Если вы увидите, пожалуйста, скажите, что, чтобы он вернулся. Понял. Нифига у вас тут всякие. Вот, кстати, второй. Третий. Ребятки, у вас есть леденцы? А если найду? А? Где? Где вы там припрятали их? На потолке, естественно. А вот этой штуки нету. Ну-ка, давай-ка осмотрим все тут. Ага. Так, глядим, ребятки. Ага, найс. Так, сколько мы уже с тобой нашли? Где-то остались по-любому. У вас нет леденцов. Так, мне нужен еще.
Ребятки, не видели, где? Может быть. Ха-ха-ха, прикинь. Найс. Так, ну спускаемся мы с тобой уже, конечно. А как тут? Оу. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you up. Actually, we can do both. You're surrounded by electricity present. Nice, nice, так смогли вроде бы. Big batteries scattered in the tents and the corners. Have something new as well. Ааа, это типа приманка! Не унывай. Так, я понял, понял, понял. Надо быстрее пока. Быстро иди к освещенным палаткам. Вся территория между двумя палатками должна быть недоступна. А, да? Найс, ладно. Офигеть, как они заморочились, что придумали. Я в шоке. Так, ладно, спасибо. Я понял. Так, сюда. Покатилась, покатилась. Мочонок покатился. Понял? Офигеть. Просто офигеть. Не думаю, что он попадется на один и тот же трюк дважды. Попробую отвлечься по-другому, пусть даже слегка. Так, я понял. Так, и нам теперь в палатку еще, да, в следующую надо будет? Так, эти мы прошли. Какие следующие? Вот туда или туда? Ладно, это, наверное, не играет роли. Тихо. Не унывай. Быстрей, 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 быстрей. Офигеть, что придумали? Батарейка. Офигеть, просто погляди, он точно меня сейчас не схватит? Жесть. Это жесть, а пиво? Так, все, батарею я взял. Сейчас быстро надо... Ну, давай, 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 есть. Есть. Найс. Он активированный, большой радиус должен быть охвачен. Заставьте птицу нырнуть еще раз. Она не поймалась! Как это сделать? Почему она не хочет? Хорош! Вот это фейерверк! Туда! Найс! А, пощекотать тебе? Ножки. А, курьи ножки. Если мы справимся... С этим то нужно будет нанять. Я не знаю, как долго мы будем в безопасности. Так что давай оставайся на месте, я посмотрю, что можно сделать с этой большой дверью. Дружище, какая дверь большая? Вот это вот, нифига себе. Все, пока-пока. Бедолага. Так, а ты на меня не нападешь? Случаем. Надеюсь, что нет. А где? А где?
А вот. Вот она. Слава богу, закрылись прям резко. Я думал, какой-то там переключатель надо. Бан-бан, спасай меня уже. Сып маленький! Куда ты? Не понял, куда. Он там побежал, но он... Так. Что дальше? Какой план? Это не то, что я хотел бы испытать снова. Я буду искать выключатель там, где я нахожусь, а ты смотри там, где находишься. Посмотрим, смогу ли я открыть для этого выход. Надеюсь, что сможешь, братиш. Иначе я даже не знаю, где там. Мне надо что? О, спасибо, братик! О, здорово. Давай нажми на эту штуку. Блин, каждый тут бедный. Чё, плохого не случится, я обещаю. Спасибо. Видишь, я же говорил, что ничего плохого не случится. Спасибо. Так, он где-то вообще вон там, вот прикинь. Интересно. Так. Ага, понимаю. Так, чё-то мне эта локация... А, нет, не знакома. Воу! Погоди, 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 что тут? Ах, нифига себе! Мне типа надо дойти? Серьезно? Ничего себе. Повезло, повезло. Так. Офигеть, повезло, повезло мне, реально. Так, мы взяли ключ-карту. Отлично, тут ничего нет, точно, проверяем. И ничего. Ладно, хорошо. Все, погнали обратно. Слушай, ну это прикольно. Можно и так просто пролететь. Ничего нет? По любасу какие-то секреты. Ну 100%, ребят, 100%. А? Братан, нет? Вот там, возможно, и была секретная. О, где мне дали выйти? Прикольно. Так, ну мы нажали на кнопку, а это значит что? Это значит, что мы возвращаемся, ребята, все. То есть чисто просто можно пройти. Слава богу, хоть в конце, блин. Все, не пугайте меня, пожалуйста. Слушай, ну эта глава прикольная, прикольная. Вот сейчас что будет в концовке, будет прям очень сильно решать так же. Сейчас, надеюсь, они что-то интересное делают. Я думаю, вот именно хирург там что-то будет. Какую-то роль прям там играть. И появится, надеюсь, он. Жесть, там звуки вообще неприятные.
Да-да. Батю, что ли, зовут или что? Так, все, уже все ждут меня только. Let's go, ребята, готов. А, вот что это за карта, наверное. Ну да, это она. Когда я не смог найти выключатель на своем этаже, я отправился обратно. Подумал, что заблужусь, пытаясь найти тебя. Но вы сделали это, теперь мы можем положить конец этому хаосу. Жалко шерифа Жапкина и Бамбалину. Подождите, сначала мне кое-что нужно сделать. Не думаю, что в ближайшее время им придется беспокоиться о шалунах. Сейчас нападет сразу, прикинь. Ля, братан, нифига ты! Где ты? Как ты? Давайте покончим с этим. Let's go, ребята. Финал. А, ну мы вернулись, я понял, понял. Ага. Ого, тут походу сейчас битва будет какая-то. Что там по сундучку? Походу сокровища, ребята! Блин, надо брать и валить отсюда вообще. Не думал, что увижу эту комнату так скоро. Хирург должен быть здесь и охранять скипетр. Куда он делся? Я сомневаюсь, что его поймали шалуны. Все было бы в полном беспорядке, если бы он был. Но мы можем искать его только если у нас есть скипетр. Давайте сделаем это, ребята. Да, хирург, это, конечно, это круто. Ну что там? Что по скипетру? Пушки. Кажется, что это до жути просто. Просто нажать на кнопку. Мы точно хотим это нажать? Наб-наб! Ой-ой. Опа! Нашли скипетр-то! Куда ты смотришь? Он внизу был. Ну сейчас да, вот сейчас правильно. Господи, вот это немного пугает. Он просто застрял так. Братан. Это плохо. Что, берем? Ой, там сзади просто. Так вот, где хранился ключ от моей тюрьмы. Отличная работа. Все переключатели активированы. Большая дверь открыта, сокровища готовы к разграблению. Ля, новый пират у нас тут. Боюсь, что именно в этот момент я приду и заберу все ваши труды себе. Я чувствую, что я не один в этой комнате. Кому это удается? Считайте, что это часть расплаты за то, что было сделано со мной. К тому же я должен быть уверен, что история не повторится. Бан-бан такой. Довольный. У нас не было выбора. Они собирались уничтожить нас всех. У тебя был выбор, и ты сделал неправильный выбор. Где шериф и хирург? Уверен, что мое появление здесь и захват скипетра не было частью вашего грандиозного плана. Я думал, ты подхитил. Я не знаю, где они. Я вам скажу, они прячутся как трусы, которые вы все и являетесь. Но я найду их, и все поплатятся. Кажется, скипетр тоже еще не завершен. Ты скажешь мне, где находится недостающий кусок, или мне придется съесть? Эй, осуждаю, что за... Ты не будешь делать ничего подобного. Пожалуйста, забудь, что было между нами раньше. Ты знаешь, что ты всегда был моим другом. Но для чего нужны друзья, если не для таких случаев? Ой-ой-ой. Ой-ой, блин! Ничего себе, так это вот что за монстр! Наб-наб! Беги! Офигеть, это было жутко!
Да, концовка очень прикольная. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, как они бегут, так забавно. Ну что же, тут закончится. Я не думаю, что смогу пойти. Что ты имеешь в виду? Вы не поймете, они ценят мои шутки. Кто они? Это мой единственный шанс получить аудиторию, я собираюсь им воспользоваться. Пока! Куда, родной, полетел-то? Так, я понял, я понял. Нам пофигу уже. Бан-бан такой не думает. Да побежали, чё. Чё, братишка? Ой. Ой-ой. И вот тут они поняли, что всё, к чему они так стремились, было напрасно. Вы оба станете прекрасными пополнением моей армии. Вместе под моим командой мы завершим то, что не смогла королева. Я задержу их. Ищите хирурга. Офигеть. Вот это капец, ребят. Вот это капец. Это жесть просто. Ну что же, друзья. Вот тут хирург будет уже. Спасибо за игру. Спасибо. Не, ну слушай, это прикольно. Это очень прикольная глава. Будем ждать следующий с нетерпением. Ребят, также обязательно поставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Там уведомления, расписание каждый день. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.